Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня утро раннее, мы едем на завтрак, а видео я вам показываю сейчас с балкона нашего номера. Если вы приглядитесь, то вот там вдалеке-далеке видно море даже. Вот. Хотя отель находится в центре города, я вам уже говорила. Сейчас переверну камеру, немножко вам покажу вид. Вот, смотрите, это бассейн соседнего отеля, вот еще один бассейн. Это вот все такие апарты, отельчики, ну, квартирного типа. Вот. Ну, а вот там вот наш бассейн. И море видно там, далеко-далеко видно море. Смотрите, куда мы приехали. Мы приехали к порту. Там море, кораблики. Я вам покажу потом еще. А здесь вот такая вот красота. И здесь мы будем завтракать. Потому что это место очень нравится Тане и Уру. Они здесь уже несколько раз были. Есть видео на канале. А мы... и они решили и меня здесь покормить завтраком. Ну, пойдем отведаем местной кухни. Угадайте с одного раза, кому этот памятник. Конечно, Татюрку. Других тут, мне кажется, не бывает. Кафешка, ресторан, в который мы приехали, называется Harbor Kitchen и Бар. Здесь вот, смотрите, Балык написано. Видимо, вечером здесь еще он как рыбный работает. Смотрите, какой красивый вид. Тут кораблик, он с него прыгают, ныряют, тут купаются. А здесь вот пляж, и тоже там уже людей полно. Все, это очень такое колоритное очень место. Там наверх на крепость можно подняться, но там такая очень крутая дорога. Мы когда-то с Денисом туда ездили. Денис, Таня, Ур. Денис или Ур за рулем был, уже не помню, кто из них. На самый верх мы поднимались. Такой вот интерьер этого места. И очень приятно, что он прям так на набережной, прям на берегу, моречко, тут ветер обдувает. Сегодня, кстати, такая не яркое солнце, немножко приглушенное, какие-то тут есть облачка, поэтому не так жарко. Нам сервируют стол. Принесли сок. Не понятно, водичку. Зачем мы сок дали? А Керем там на огороде. Что ты там увидел? Что там есть? Клубнику. Клубника там растет? А еще что там? Перчик растет? Да? Вот он там огород нашел. А Ур нашел базилик, да? Базилик. Как по-турецки называется? Кеслен. Кеслен? Кеслен. Что там? Перчик красный там, да? Горький, наверное. Кислый. Нам начинают сервировать стол. Принесли овощи. Сыры. Смотрите, куча маленьких тарелочек, арбуз. А тарелки все приносят и приносят. Вот принесли как раз вот эту яичницу, которая как в ресторане. Колбаска жареная. Смотрите, какую нам поляну накрыли. Чай тебе, дядя. И чаю еще принесли. Сейчас, подожди, тебя тут вот. Такая красота у нас на столе. Сейчас мы будем это все пробовать. Я даже не знаю, как это все описать. Куча сыров, яичница, колбаска. Там целая тарелка со всякими сладостями, вареньями и прочим, хлебушек. Здесь вот картошечка и такие эти, жареные пиши, по-моему, это называется. Положила все на тарелку, всего по чуть-чуть, получилось прям полное-полное. Не то, что всего по чуть-чуть, а то, до чего смогла дотянуться, потому что там дальше еще там блюдо.
Вот, попробую это, потом уже и остальное буду пробовать. Мы все едим и едим, и ни конца, ни края. Я уже наелась. Тань, ты наелась? А? Объелась, у меня тут столько тарелок. Вокруг. Это порция на троих. Ну да, на детей не брали ничего. Вот. Да, то есть вот у нас едим то, что есть. Даже половину мне пошло. Да, вообще. Керямчик, ты наел? Демирчик, ты наелся? А Керям что там делает? Вот там какие-то у него раскопки. Ну, вид, конечно, тут потрясающий. Очень красиво. Смотрите, как кораблики. Один туда, другой сюда. Возят туристов, развлекают их. Купаются. Вон еще один кораблик. Там они тут один за одним, как по расписанию. Они вот сюда вот подплывают, вот сюда вот к этому месту, останавливаются, и вот здесь вот с этого корабля люди плавают, ну, купаются, ныряют. Какое-то время здесь стоянка, и потом они там дальше продолжают куда-то еще. Тут при ресторане, там при кафешке, есть такая детская площадка. Ну, сейчас она на солнце. Ну, так тут всякие вот горка, ну, для маленьких поиграть. Вот. Керям уже там дерево обносит. Ну, приятное место такое, мне понравилось здесь. И вкусненько так. Мы вышли из ресторанчика, и вот я вам из ресторана показывала вид на вот этот пляж. Вот тут вот люди загорают, купаются, очень жарко, конечно. Вот. Вот кораблики эти. А вот так вот, смотрите, как красиво смотрится этот ресторан со стороны моря. Очень приятное место. Ой, слышите, как волны плещутся. Камни тут, конечно, огромные, но вода наичистейшая. Очень чисто. Ой, красиво. Просто красота. Там видна та сторона Алании, вот там маяк, горы и Красная башня. Аур запустил дрона, что-то я его не вижу, солнце слепит, но вы, наверное, увидите его. Тур тут. Так что будет видео с дрона на Танином канале. Всей этой красоты. Видите, летает. Здесь вот так вот можно пройти на пляж. И хочется вот тут вот в этой остаться, если честно. Здесь так прохладненько. Что там у тебя? Листики. Смотрите, колабик. Цветочки. Да. А вот инжир, кстати. Смотрите. Вот это инжир. Тепло ли тебе, девица? Я не могу, мне вот так вот все льется просто с меня. Жарко ужасно. А здесь вот в тенечке, кстати, хорошо. Пока Ур тут запускал дрона, мы ужарились. Просто пекло нереальное. Вот всегда говорят, что в Алании гораздо, ну, теплее, жарче, чем в Анталии. Вот просто зной невероятный. Мы сидим, вот я сижу тут в тенечке. Тут у меня всякие зеленые насаждения. Но жарище нереальное. Просто, просто нереальное. Но мы счастливы, мы довольны. Ур, получилось? Да. Ой, где ты тут? Я тебя не вижу. Есть это? Ой. Все получилось, да, съемка? Да. Получилось. Скоро увидим? Конечно. Всю эту красоту. Ладно, буду с вами прощаться. Увидимся теперь уже в следующем видео. Напишите, понравился ли вам вид с нашего ресторана, понравился ли вам сам ресторан и вообще
как у вас настроение и планируете ли вы приехать в Аланию. Ну все, всем пока-пока.